Обычное правительственное здание, 9 этажей из стекла и железобетона, построенное по всем правилам и на века. Но однажды утром взрыв примитивной бомбы всего за 7 секунд разрушил его, превратив в руины. При этом погибло 168 человек. А теперь, используя компьютерную графику, разберемся в причинах такого страшного разрушения. Катастрофы не случаются просто так. К ним всегда ведет цепь роковых событий. Отыщем их в этих последних секундах перед бедой. Секунды до беды. Соединенные Штаты Америки, Средний Запад, Канзас. 18 апреля 1995 года. В 4:30 утра из мотеля в Канзасе выезжает грузовик. Тремя часами позже он съезжает с шоссе и останавливается у озера. Его водитель направляется на борьбу с американским правительством. Он заполняет 13 208-литровых бочек адской смесью химикатов. На следующий день, 19 апреля, он едет со своим смертельным грузом на юг по шоссе номер 77 на машине прокатной фирмы «Райдер». С каждым часом он приближается к цели. Даже дата выбрана не случайно. Ровно два года назад в Вейко, штат Техас, федеральные агенты штурмом взяли лагерь вооруженных сектантов. Погибло 75 человек. Во время осады лагеря этот человек посетил Вейко, чтобы выразить свою поддержку его защитникам. Он проклял правительство США за их смерть и поклялся отомстить. Зовут его Тимоти Маквей. 19 апреля 1995 года. Оклахома. Начало светлого солнечного дня. Утренний поток машин вливается в суету столицы штата. 7 часов утра. Тимоти Маквей на фургоне Райдера со смертельным грузом присоединяется к машинам, которые едут на юг по шоссе номер 77. Впереди над прериями возвышается город Оклахома. Он является региональным центром в самом сердце Америки, и в одном из его зданий расположено множество правительственных агентств. В федеральном доме Алфред Мара разместились 16 федеральных агентств, в том числе Управление строительства и городского развития, призывной пункт и секретная служба. Мара построен 18 лет назад в современном офисном стиле. Здание имеет стеклянный атриум и широкий парапет перед фасадом со стороны Робинсон-авеню. Задняя стеклянная стена выходит на Пятую улицу. На втором этаже здания расположен дневной детский сад. Работающие в этом доме и в других офисах в центре города оставляют в нем своих детей на время работы. 35-летняя Долорес Уотсон рано утром привела сюда своего внука Пиджи, ему 20 месяцев. Пиджи был такой жизнерадостный, все время теребил свою рубашонку. У него был счастливый вид, он любил играть. Кроме Пиджи, в садике были еще 20 малышей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. У меня была возможность повидаться с ним в течение дня. Моя работа это позволяла. Долорес работала телефонным инженером и часто обслуживала телефоны в Мара. Но в то утро она отправилась в другую часть города на совещание. 8:15. Маквей в 35 минутах езды от Оклахомы. Он направляется к центру города, к федеральному дому Алфред Мара. В 59-летняя Флоренс Роджерс служит в федеральном кредитном союзе, расположенном на третьем этаже. Она вся в ожидании встречи с коллегами. Сегодня у нее первый рабочий день после отпуска. Я была очень озабочена, потому что у меня была назначена встреча с несколькими сотрудниками.
Мне хотелось показать им мои круизные фотографии. Меня волновало, как начнется первый рабочий день, как пойдут дела. 8.53. Тимоти МакВей продолжает свой путь среди множества машин, заполняющих центр города. Еще 4 месяца назад он изучил дом Мара и выбрал его в качестве цели. Он хочет припарковать машину с взрывчаткой вплотную к дому. 8.55. Офис социального страхования располагается на первом этаже. Внутри здания 25-летняя Дейна Брэдли со своими детьми, ее мать и сестра занимают очередь. Они стоят возле заднего входа с 5-й улицы. Мама стояла в очереди за нас всех, пока мы с сестрой у двери заполняли бумаги на получение карточки социального страхования для моего сына. Камера наблюдения снимает грузовик МакВея, едущий по 5-й улице. МакВей тормозит. Он просверлил в кабине дырку и провел через нее примитивный запальный шнур в кузов к бочкам со взрывчаткой. Тимоти поджигает шнур. У него есть всего 5 минут, чтобы припарковаться и успеть уйти. 9 часов. Тимоти МакВей вынужден остановиться на красный свет в 90 метрах от цели. Шнуру осталось гореть 2 минуты. МакВей пересекает Харви-авеню и подъезжает к задней стороне дома Мара. Стоящая в очереди Дейна Брэдли замечает грузовик из окна первого этажа. Я обернулась и увидела в окно фургон, проезжающий перед офисом социального страхования. 9.01. На третьем этаже у Флоренс идет совещание. Кроме меня, там было еще 8 человек. На втором этаже завтракают Пиджи и еще 20 ребятишек. А на первом этаже Дейна продолжает наблюдать за фургоном. Водитель вылез из машины, подошел к кузову и прошел мимо нашего окна. 9:30. Тимоти МакВей уходит. Внутри дома сейчас 361 человек. Шнур будет гореть еще 43 секунды, потом взрыв. Секунды до беды. В городе Оклахома Тимоти МакВей паркует грузовик Райдера, битком набитый взрывчаткой, возле федерального дома Мара. Теперь, используя современные компьютерные технологии, мы определим, что произошло, когда взорвалась бомба. 9.02. Шнуру осталось гореть 30 секунд, а в здании находится 361 человек. 9.02. Дейна Брэдли находится на первом этаже в прямой видимости взрыва. Я видела только фиолетовую вспышку и потом мрак. На третьем этаже Флоренс Роджерс и еще 8 сотрудников проводят совещание. Был страшный порыв воздуха, как при торнадо. Перед моими глазами было все сметено. Я поняла, что это было, и молилась. Боже, спаси меня. У меня 2 детей. Я не могу их оставить. Внук Делорис Уотсон находился в детском саду на 2-м этаже прямо над взорвавшимся грузовиком. Весь фасад федерального дома был стеклянным. Дети, стоявшие у окон, оказались прямо над взрывом. Всего за 7 секунд 9-этажное здание превратилось в руины. Взрыв повредил 324 дома в 10 городских кварталах. Были выбиты окна, горели автомобили.
Звук взрыва был слышен за 89 километров. Ударная волна соответствовала 6 баллам, что равносильно мощному землетрясению. Если вы пострадали, обращайтесь за помощью. 11 пожарных машин со всего города выехали к центру города. Пожарный Крис Филдс прибыл на место трагедии одним из первых. Мы увидели толпы бегущих, обезумевших людей, которые не давали нам пройти к месту взрыва. Начальник пожарной службы округа Майк Шеннон прибыл сюда через 4 минуты после того, как услышал взрыв. Впечатление было такое, будто мы находились в зоне военных действий после обстрела. Ужасное зрелище. Он решился отдать приказ отрядам спасателей войти в опасные руины. Характер разрушений был не такой, как при землетрясении или торнадо, или другом стихийном бедствии. Матерь Божья, снесло почти треть здания. Более 500 квадратных метров офисов превратились в 600 квадратных метров руин. Начинается отчаянный поиск уцелевших людей. На остатках третьего этажа Флоренс Роджерс выглядывает в просвет между обломками. Первым делом я удивилась, где же мои сотрудники? Их просто сдуло. Флоренс помогли спуститься с третьего этажа на парапет под окном. На это ушло несколько минут, но и тогда я все еще не могла осознать, что их нет. Их нет в моем офисе. Их буквально смело и потом завалило. Почему же Флоренс осталась жива, а 8 ее сотрудников исчезли под развалинами? Ответ на этот вопрос станет определяющим при анализе причин катастрофы. У Флоренс шок. Телеоператоры снимают, как она бродит, завернутая в одеяло. В 7 кварталах от Мара Долорес Уотсон слышит взрыв. Ее внук Пиджи сейчас в детском саду. Но второго этажа уже нет. Она присоединилась к толпе взволнованных родителей. В голове была лишь одна мысль. Неужели это правда? Я знала, что это правда, я это видела, но все во мне сопротивлялось. Нет, этого не могло случиться. Спасатели продираются сквозь тонны стали и бетона в отчаянных поисках признаков жизни в этих руинах. Даже бывалый пожарный Майк Шеннон потрясен увиденным. Стараешься сдержать эмоции, мыслить логично. Но в голове только одно. Господи, что еще я увижу? Спасатели начинают находить выживших. Среди них маленький мальчик. Его в критическом состоянии отправляют в больницу. Это Пиджи. Я увидела его личико. Он был весь замотан бинтами и был такой спокойный, лежал в этих бинтах. Но я знала, вот его ручки, вот его ножки. Вот мой малыш, мне сказали, что шансов выжить у него мало. Все определится в следующие 24 часа. После взрыва прошло 78 минут. Пока Пиджи остается в реанимации, а спасатели пытаются вытащить уцелевших, в 97 километрах к северу от Оклахомы дорожный патрульный Чарли Хангер тормозит подозрительный побитый старый автомобиль. Я ехал рядом с желтым Меркьюри Маркизом.
и обратил внимание, что у него нет номера на заднем бампере. Я остановил его. Я увидел высокого молодого белого мужчину. Мы встретились примерно посередине между нашими машинами. Я попросил права. Когда он доставал права, я заметил у него под курткой что-то похожее на оружие. Руки на голову. Он сказал, мой пистолет заряжен. В тот момент я подумал, он хочет напугать меня. И я слегка подтолкнул его дулом своего пистолета и сказал, мой тоже. Я вытащил его пистолет и бросил на обочину. Потом надел на него наручники и посадил в мою машину. Хангер проверил его документы. Он предъявил мичиганские водительские права. Я посмотрел на фотографию. На ней был этот человек. Его имя Тимоти Джеймс Маквей. Хангер арестовал Маквея за отсутствие номерного знака и ношение заряженного оружия. 10:28, 86 минут после взрыва. Позади дома Мара спасатели обнаружили что-то не совсем понятное. Мы думали, что это еще одно взрывное устройство. Началась паника, и спасательные операции пришлось прекратить, пока работали саперы. Через 54 минуты саперы объявили, что все чисто. Ложная тревога. Но спасатели потеряли драгоценное время. Они вновь среди развалин соревнуются с неумолимым временем. 2:00 дня. Дейна Брэдли 5 часов находилась в каменной ловушке. Кровь текла с бетонной плиты, лежавшей на мне. Чья-то чужая кровь. Она помнит только, как стояла на первом этаже вместе с матерью и детьми и наблюдала за фургоном. Дейну не могли вытащить несколько часов. Ее нога была зажата массивной бетонной плитой. Оставался единственный способ ее спасти. Они сказали, чтобы тебя отсюда вытащить, придется отрезать тебе ногу. Доктор Энди Салливан, главный хирург-ортопед, срочно прибыл на место катастрофы. Я сказал, Боже, не оставь меня. И по-пластунски пополз к ней под шатающейся искореженной арматурой. У меня были с собой инструменты, я решил отрезать ей ногу чуть выше колена. Я была в сознании и знала, что мне отрезают ногу. Она была в сознании и жутко кричала. Мне сказали, что от моего крика у них сердце разрывалось, но я ничего не помню. Совсем ничего. Она говорит, что ничего не помнит. Надеюсь, что это так. Уцелевших людей доставали в течение 11 часов. В результате взрыва погибли 168 человек, включая 19 детей. Всем детям было меньше 5 лет. Фотография ребенка, которого выносят из развалин, стала символом трагедии. Несколько секунд назад девочку передали пожарному Крису Филдсу. Я стоял, держа ее на руках, смотрел на нее и думал, что ведь это чей-то ребенок. У нее была открытая рана на голове. Я понимал, что ее уже нет. Взрыв и обвал здания оказались для всех неожиданностью. В городе Оклахома до этого момента не случалось таких страшных катастроф. Понадобилось всего 7 секунд, чтобы рухнуло 9-этажное здание. Используя данные расследования, мы можем собрать воедино смертельные звенья цепи событий, которые привели к этой трагедии.
Современная компьютерная графика позволит нам заглянуть в самую сердцевину зоны бедствия. Масштаб разрушений ясно указывает, что это был не несчастный случай, а взрыв бомбы. Бомба какого типа может вызвать такие разрушения? Следователи начали с осмотра места происшествия. Гигантский кратер на шоссе перед домом Мара обозначал центр взрыва. Доктор Пол Млакер, военный специалист в области взрывотехники и соавтор официального отчета о взрыве в Оклахоме. Первым делом мы замерили диаметр воронки, чтобы определить силу взрыва. Это так называемый обратный анализ. У нас есть размер воронки, так сколько было взрывчатки? Воронка имеет 9 метров в диаметре и 2,5 в глубину. Это соответствует приблизительно 4000 фунтов тринитротолуола, что равноценно 4 основным боевым бомбам авиации США. Свидетель указывает, что фургон стоял точно по центру воронки. Следователям ясно, что бомба была в кузове. В качестве эксперимента взрывают грузовик, наполненный половиной того количества взрывчатки, что была в фургоне возле дома Мара. Бомба, взорвавшаяся в Оклахоме, уничтожила практически все, что находилось рядом, включая машину, в которой она была. Но уже через час после взрыва следователи нашли первое важное вещественное доказательство. В 90 метрах от места взрыва они обнаружили колесную ось, которая, похоже, принадлежала тому самому фургону. Неужели это все, что от него осталось? На искореженном металле ясно виден заводской номер автомобиля. Агенты ФБР выяснили, что это номер грузовика Ford, принадлежавшего прокатной компании Ryder Rental. Филиал Райдера в городе Джанкшн выдал его на прокат человеку, который назвался Робертом Клингом. Через 8 часов после взрыва художник ФБР нарисовал на основе показаний сотрудников прокатной конторы словесный портрет Клинга. И ФБР развернуло одну из крупнейших в истории Америки операций по розыску человека. Вскоре был получен первый важный результат. Владелец мотеля опознал по словесному портрету человека, который недавно у него останавливался, и он приехал на грузовике Райдера. Мужчина предъявил документы на имя Тимоти Джеймса Маквея. Но где он сейчас? Агенты ФБР выяснили, что полицейский Хангер делал компьютерную проверку человека с этим именем менее чем через 2 часа после взрыва. С удивлением они обнаружили, что Маквей еще находится в тюрьме. ФБР арестовало Маквея по подозрению в совершении взрыва. Нельзя было предвидеть, что все началось с обычного дорожного задержания. Через 4 месяца Маквею предъявили обвинение в массовом убийстве. Я не мог представить, чтобы американец совершил теракт против американцев. ФБР установили, что бомба самодельная, изготовленная из материалов, которые можно купить в обычном магазине. Маквей в конце концов сознался, что изготовил ее, наполнив бочки нитритом аммония и жидким нитрометаном. Проще говоря, гранулированным удобрением и топливом для гоночных реактивных автомобилей. 3175 килограммов адской смеси обошлись ему менее чем в $5000. Но оставался без ответа вопрос, как такая простая самодельная бомба могла столь сильно разрушить здание из железобетона и стали? A bomb
Возле дома Мара в Оклахоме взрывается бомба. Всего за 7 секунд здание рушится, гибнет 161 человек. Это не только огромная человеческая трагедия, но и сокрушительный удар по национальной безопасности. ФБР отыскало и арестовало Тимоти Маквея, осуществившего взрыв. Теперь у следствия новая цель – уяснить, как примитивная самодельная бомба могла причинить такие большие разрушения. Имелся ли в конструкции дома Мара недочет, который может оказаться опасным для аналогичных зданий? С архитектурной точки зрения дом Мара действительно спроектирован исключительно удачно. Оклахома находится в середине среднезападного пояса торнадо. Мара возведен из железобетона, который используется для военных бункеров. Здание способно противостоять ветру скоростью до 100 миль в час. Так почему же простая самодельная бомба Маквея причинила такие катастрофические разрушения? Эксперты проследили секунда за секундой все действия Маквея перед взрывом. 9.01. За 73 секунды до обрушения дома он паркует рядом грузовик с взрывчаткой. Он сознательно выбирает место, где бомба нанесет максимальный ущерб. Он оставляет машину у задней стороны дома, возле одной из четырех колонн, которые поддерживают перекрытие. Бомба взрывается. А через 7 секунд здание превращается в груду руин. Усилия теперь сосредоточены на том, чтобы понять, что же произошло в течение этих 7 секунд. Ключи к ответу спрятаны в руинах дома Мара. Доктор Джон Остерос, известный инженер-строитель, который занимается вопросами обрушения зданий. Инженер-строитель должен уметь читать дома. Я могу построить в уме трехмерную картину того, что происходит с домом, и представить, как дом среагирует на то или иное воздействие, как будут ломаться балки и колонны. Для доктора Остероса сломанные перекрытия и колонны – ключи к расшифровке того, как ведет себя дом сразу после взрыва бомбы. Кадры военных испытаний показывают, что происходит во время взрыва. На первой стадии бомба испускает быструю взрывную волну. По мере высвобождения энергии бомбы она сжимает воздух перед собой и создает ударную волну. Эта стена сжатого воздуха движется быстрее звука, сметая все на своем пути. Взрывная волна проходит сквозь здание в один миг. Поэтому будем смотреть, что происходило миллисекунда за миллисекундой. Миллисекунда — это 1/1000 секунды. За это время человек успеет дважды моргнуть, а пуля из ружья пролететь 1 метр. Поэтому, чтобы понять, как разворачивалась катастрофа, нам придется использовать уникальную технологию компьютерного моделирования. Мы будем наблюдать миллисекунда за миллисекундой, как взрывная волна проходит сквозь здание, чтобы найти ответ, почему погибло так много людей. Секунды до беды. 7 секунд до взрыва. Бомба взрывается. В первую миллисекунду ударная волна при скорости 5 километров в секунду проходит 4,755 метра и поражает ближайшую часть здания. Колонну, к которой припарковался Маквей. Строительное обозначение этой колонны — G20. Взрывная волна наносит по G20 страшный удар. Доктор Млакар — специалист по взрывотехнике. При расследовании взрыва он проводит масштабные модельные взрывные испытания бетонных колонн с такими же размерами и свойствами, как у G20. Воздух движется при взрыве с неистовой мощью и оказывает огромное давление на все, что встречается на его пути. Доктор Млакар рассчитал, что давление ударной волны, разрушившей колонну, составляло 350 килограммов на квадратный сантиметр.
Для сравнения, ураганный ветер со скоростью 100 миль в час создает давление около 160 граммов на квадратный сантиметр. Так что при взрыве давление просто чудовищно. Данные испытаний доктора Млакера ввели в суперкомпьютер инженерных войск армии США стоимостью 100 миллионов долларов. И получили картину, как распространяется взрывная волна в здании типа Мара. Всего через миллисекунду после разрушения колонны взрывная волна нанесла удар по стеклянной облицовке задней стены дома. Эта стена не оказала почти никакого сопротивления взрывной волне. Вот что происходит, когда на пути взрывной волны оказывается стеклянная стена. Оконные стекла превращаются в град смертоносных осколков. Разбив окна, взрывная волна проникает в вестибюль здания, тот самый открытый атриум, где стоит Дейна Брэдли. Я стала молиться. Полость атриума сработала как воронка и направила смертельную взрывную волну внутрь здания, где она врезалась в пол второго этажа со скоростью 16 тысяч километров в час. Именно здесь располагался детский сад. Там играли Пиджи и еще 20 ребятишек. 15 из них в возрасте от 6 месяцев до 5 лет погибли. Через 8 миллисекунд взрывная волна дошла до третьего этажа, где Флоренс Роджерс проводит совещание. Это было как дурной сон. Все перед моими глазами было сметено. Взрывная волна продолжала подниматься по зданию. Ей понадобилось лишь 31 миллисекунда, чтобы достичь девятого этажа. Столько времени нужно, чтобы в автомобиле при столкновении надулись подушки безопасности. Но поднимаясь вверх, она быстро теряет свою разрушительную энергию. По светлым отметкам видно, как уменьшается объем разрушений по мере подъема взрывной волны. Пятый этаж и этажи выше не пострадали. Сила взрывной волны иссякает, но дальше происходит то, что привело к основным разрушениям. Менее чем за 7 секунд все 9 этажей обваливаются. Те, кто выжил непосредственно после взрыва, теперь оказываются погребены под тоннами бетона. Специалистам нужно выяснить, что же привело к этой второй волне разрушений. Здание Мара взорвано огромной самодельной бомбой. Погибает 161 человек, даже несмотря на то, что в первые мгновения после взрыва многие остались живы. Мощности взрыва хватало лишь на то, чтобы повредить нижние этажи девятиэтажного здания. Исследователи стараются понять, почему рухнули верхние этажи. Чтобы разрешить эту загадку, они вернулись к первым мгновениям взрыва. Итак, взрывная волна начинает распространяться и менее чем за 4 миллисекунды разрушает ближайшую фронтальную колонну. На оставшихся трех колоннах по всей длине здания лежит массивная передающая балка. Она принимает на себя вес 6 расположенных сверху перекрытий, которые, в свою очередь, поддерживаются 9 колоннами. Эти 9 колонн передают вес здания передающей балки, которая равномерно распределяет его между 4 опорами внизу. Вначале специалисты считали, что после разрушения колонны G20 взрыв повредил еще 2 опоры под передающей балкой. Оставшись без опор, поперечная балка падает, увлекая за собой верхние перекрытия. В
Но положение балки среди обломков не подтверждало эту теорию. В случае разрушения опор под ней, она должна была упасть прямо вниз. Но передающая балка лежала внутри здания, словно ее туда что-то втащило. Она лежала среди обломков позади колонн, значит, колонны ее поддерживали, и поэтому она оказалась сзади них. Для доктора Остераса и его коллег положение рухнувшей передающей балки оказалось ключом к разгадке. Теперь они могут воспроизвести последовательность событий в решающие 7 секунд после взрыва. Взрыв разрушил G-20, но не разрушил другие три колонны и передающую балку. Здание оставалось еще целым, а взрывная волна прошла сквозь атриум дома Мара и ударила в верхнее перекрытие со скоростью более 16 тысяч километров в час. Сверху находились бетонные перекрытия 8 этажей, которые соединены с 9 поддерживающими колоннами. Но третий этаж имел еще и передающую балку. Это оказалось критическим фактором при прохождении взрывной волны сквозь здание. Доктор Ив Хинман, специалист по взрывотехнике, работала при расследовании вместе с доктором Остерсом. На мой взгляд, плиты и перекрытия часто служат парусом, как на яхте, потому что у них велика поверхность, на которую действует взрывная волна. Взрыв атакует плиты перекрытий на нижних 4 этажах. Давление взрыва поднимает плиты перекрытий. Плиты уходят вверх и перерезают колонны. Затем они валятся вниз. В течение миллисекунд мы получили обрушение перекрытий между 2-м и 5-м этажами. Прошло 100 миллисекунд после взрыва. Столько нужно человеческому мозгу, чтобы воспринять изображение. 4-й и 5-й этажи рушатся на 3-й этаж, который скреплен с передающей балкой. Под действием дополнительного веса валится и 3-й этаж. Но главное в том, что его соединение с передающей балкой остается целым. Балка отрезается от колонны падающими перекрытиями и валится внутрь здания. По моей теории, падающие плиты перекрытий потащили передающую поперечную балку внутрь здания, и она опрокинулась. Как только перекрытия 3-го этажа обрушились вниз, они потянули передающую балку за собой, и ничто не могло противостоять этой силе. 100 миллисекунд после взрыва. Падающее перекрытие тянет вниз и переворачивает передающую балку. 200 миллисекунд после взрыва. Падение передающей балки запускает процесс прогрессирующего обрушения. Прогрессирующее обрушение — это обвал, который распространяется за пределы первоначальной зоны разрушения. 1 секунда после взрыва. Прогрессирующее обрушение уничтожает дом Мара. Вы толкаете одну фишку домино, она падает, толкает другую и так далее. Получается прогрессирующая цепная реакция. Передающая балка стала первой фишкой домино. Она поддерживает колонны, которые держат 6 этажей сверху. Когда валится передающая балка, перекрытия теряют опору, и здание начинает обрушаться. Силе тяжести понадобилось 5 секунд, чтобы обрушить здание. 7 секунд, и все кончено. За это время перекрытие 9-го этажа упало с высоты 30 метров на землю. Более 5000 квадратных метров железобетона превратилось в груду обломков высотой с 2-этажный дом. На самом деле, не взрыв убил людей. Это дом их убил. Среди убитых домом были 8 сотрудников Флоренс Роджерс, которые вместе с ней находились на 3-м этаже.
Когда обрушились плиты перекрытия, в живых осталась только она, потому что сидела точно над поддерживающей балкой у стены, которая осталась целой. Я не представляла, как мал был тот кусок пола, где я сидела, и который не рухнул. Мне сказали, что уцелели 18 дюймов пола. Теперь специалисты знали, почему примитивная бомба Маквей вызвала такие разрушения. Можно ли было этого избежать? Сегодня страшно сознавать, что, потратив на строительство еще 100 тысяч долларов, можно было предотвратить обрушение здания. Секунды до беды. Девятнадцатое апреля 1995 года, дата, которую в Оклахоме никогда не забудут. В этот день 168 человек погибли от взрыва бомбы, заложенной в грузовике, стоящем рядом с домом Мара. Можно ли было предотвратить разрушение здания? Сейсмические исследования позволили определить, как повел бы себя дом Мара, если бы его строили по сейсмостойким стандартам. В Оклахоме таких требований нет. Выводы потрясают. Оказывается, были бы повреждены только одна наружная колонна и нижние перекрытия. Компьютерное моделирование показывает, здание осталось бы цело. Чтобы здание отвечало требованиям сейсмостойкости, его следовало усилить большим количеством стальной арматуры. Дополнительная арматура как бы связала здание и остановила бы падение передающей балки. Не произошло бы рокового прогрессирующего обрушения. Затраты на это составили бы менее 1% стоимости строительства здания, около 100 тысяч долларов. И четверо из пяти погибших могли бы остаться живы. Но в 1977 году, когда строили дом Мара, никто и вообразить не мог, что он станет жертвой взрыва. События того страшного дня не прошли бесследно для тех, кто их пережил. Пиджи был одним из шести уцелевших воспитанников детского сада. Его бабушка, Долорес Уотсон, несла неотлучное дежурство в палате маленького Пиджи. 9 лет Пиджи прожил с дыхательной трубкой, вставленной в горло. Ее удалили лишь в 2003 году. Я как-то сказала, что когда трубку вынут, для Пиджи 19 апреля сменится 20-м. Но каждый день, когда мальчик смотрится в зеркало, он снова видит шрамы. Когда третий этаж рухнул на землю, Флоренс Роджерс потеряла 18 из 33 своих коллег по кредитному союзу. Ничто не осталось таким, как было, и не будет таким, как было. Взрыв навсегда изменил мою жизнь. Она набрала новых сотрудников и восстановила компанию, а потом ушла на пенсию. Рухнувшие плиты убили мать Дейны Брэдли, ее сына и 3-летнюю дочь. Дейна пережила экстренную ампутацию ноги. Последовали месяцы лечения. Здоровье Дейны заметно восстановилось. О, мужчина, знаешь, как это было? Я же хожу, топаю по холлу. Я люблю ходить. Чем больше мне хотелось ходить, тем больше хотелось жить. Остов дома снесли через 5 недель после взрыва. Через 5 лет на этом месте был открыт национальный мемориал в память о 168 погибших. На памятнике запечатлено время трагедии. Дороги, на которой припарковался грузовик, больше нет.
Теперь здесь озеро. И стоят 168 стульев, мужские, женские, детские. Через улицу от места, где стоял Мара, в 2003 году открыли новый федеральный дом. В его современной конструкции учтены все уроки 19 апреля. Нет смысла оставлять здание, если внутри него все погибли. Здание должно защищать людей. Вестибюль, который втянул в Мара энергию взрыва, теперь защищен стальными щитами в 2 сантиметра толщиной. Поставлены взрывостойкие стекла, которые не дают осколков. Но самая эффективная мера защиты оказалась и самой дешевой. Здание окружено надолбами, чтобы ни один автомобиль не мог остановиться рядом. Эта простая мера не дала бы Тимоти Маквею близко подъехать к Мара и нанести такой ущерб. Тимоти Маквей был признан виновным в массовом убийстве и казнен 11 июня 2001 года посредством смертельной инъекции через 74 месяца после того, как его бомба убила 168 человек. Но суровая реальность остается. Мало что может остановить террориста, который решил погубить мирных граждан. Большинство общественных зданий столь же уязвимы, как Мара. Если бомба взорвется рядом с ними, произойдет то же, что произошло с домом Мара. В те роковые 7 секунд, в 9 часов 2 минуты 19 апреля 1995 года.